торжественный митинг на стадионе «Динамо» в Москве, посвященный награждению комсомола орденом Ленина. Это третья награда Родины. Орденом Красного Знамени комсомол награжден за боевые заслуги на фронтах гражданской войны. Орденом Трудового Красного Знамени за успехи в выполнении сталинского пятилетнего плана. И теперь орденом Ленина за выдающиеся заслуги в Великой Отечественной войне. На митинге выступил секретарь Центрального комитета Всесоюзного Ленинского комсомола товарищ Михайлов. Наша молодежь почти 4 года упорно ковала победу над врагом. Труд наших людей на фронте и в тылу принес свои плоды. Мы победили. Наша молодежь, комсомол, проявили высокое сознание своего долга перед Родиной, несокрушимую волю к разгрому врага. Сыны и дочери комсомола явились достойными преемниками героических традиций нашего народа, боевых традиций партии большевиков. В нескучном дворце Президиум Академии наук СССР во главе с Владимиром Леонтьевичем Комаровым устроил торжественный прием делегатов, прибывших на юбилейную сессию Академии наук. Это первое после войны большое международное собрание ученых. Здесь встретились виднейшие люди науки советской страны и всего мира. Академик Богомолец и товарищ Лазовский. Академик Йоффе. Академики Арбели и Соболев. Академик Капица. Ирен Жолио-Кюри. Академики Веснин и Щусев. Академик Бардин. Президент Академии наук Комаров и доктор географических наук Папанин. Советского Союза Жуков прибыл в Ставку Верховного Главнокомандующего экспедиционными силами союзников для вручения генералу Эйзенхауэру и фельдмаршалу Монтгомери высших военных орденов Советского Союза орденов Победа. «Я польщен тем, — сказал генерал Эйзенхауэр, — что получаю такой орден из рук маршала Жукова. Орден Победа вручается фельдмаршалу Монтгомери». В тот же день маршал Советского Союза Жуков вручил советские ордена и медали группе отличившихся американских и английских генералов и офицеров. Маршал авиации Новиков вручил награды летчикам полка «Нормандия-Неман». Младшему лейтенанту Андрежаку вручается грамота о присвоении звания Героя Советского Союза, медаль «Золотая звезда» и орден Ленина. Награды получили глава французской военной миссии генерал Пети, Герой Советского Союза Ролан де ля Пуап,
командир полка подполковник Дельфино и другие офицеры Нормандии, боевые друзья советских летчиков. На торжестве вручения присутствовали посол Франции господин Катру и заместитель народного комиссара иностранных дел товарищ Лазовский. Руины Варшавы сверху кажутся безжизненными, но это не так. Победа над разрушителями Варшавы одержана, и варшавяне с жаром взялись за восстановление столицы. Они последовали примеру киевлян, строителей Крещатика. Тысячи людей заняты в добровольных рабочих бригадах. Под мирным небом, на мирной земле, ничто не помешает быстрому возрождению столицы новой демократической Польши. С помощью братского Советского Союза Варшава в недалеком будущем опять станет одним из красивейших городов Европы. Население города увеличивается с каждым днем. Сейчас в Варшаве около 500 000 жителей. Советские люди, насильно угнанные немцами в рабство, возвращаются из Германии на родину. В городе Магдебург на Эльбе генерал-полковник Колпакчи и генерал-лейтенант Варфоломеев встретили своих освобожденных соотечественников. Победа принесла этим людям жизнь, свободу и будущее. Село Лютиш Дымирского района на Киевщине было сожжено немцами. Теперь оно заново отстраивается колхозниками. Архитекторы украинской столицы помогают строителям. Навеки запомнит народ, что здесь били немцев войска генерала Ватутина. В Лютиш приехал на побывку гвардии старший лейтенант Скотеренко. Вот его новый дом. В Запорожской области созрела черешня. Совхоз имени Кирова Мелитопольского района отправляет первые тонны черешни городам республики. Киев. Пляж на Трухановом острове снова стал любимым местом отдыха жителей украинской столицы.